Приветствую всех, с вами Доктор. Продолжаем играть в Warcraft. Глава 5. Наступление плети. Это, по-моему, оборона сейчас будет у нас. Ранее в следующее утро дня Адресат подошли к дольному очагу. Дольному. Забавненько. Грузить быстрее, пожалуйста. Опа. Дольный очаг, наконец-то. Сейчас бы немного отдохнуть. Похоже, они готовятся к битве. Принц Артас! Ночью неведомо откуда появилась огромная армия нежити и атаковала наше поселение. А сейчас враг направляется сюда. Проклятие! Джайна, я останусь здесь и буду защищать город. А ты найди лорда Утера и расскажи ему о том, что произошло. Но... Джайна, иди. Дорога каждая секунда. Постой. Что было в этих ящиках? О-о-о, зашибись, блин, ребята, зашибись. Очередная поставка из Андорала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали местным жителям. Не беспокойтесь? Нет. Тут надо беспокоиться наоборот. Выходит, эта чума не просто убивает моих людей. Она превращает их в нежить. К оружию! Зомби, блин. Сержант! Я служу свету. Сержант, давай. Одно ваше слово. Мантия интеллекта. Я помогу. Кольцо у меня есть. Хорошие маны. Разумеется. Жду указаний. Надо же распределить эту толпу. Да, ваше высочество. Да-да, конечно. Что с картой? О, что-то с картой не пустил. Я служу свету. Недостаточно золота. Я готов. Так, да, гастарбайтеры, вы наши любимые. Угу. Что у нас по башням? Жду приказа. Слушаюсь, я готов. Хорошо. Стойте быстрее. Я помогу. Так, по-моему, здесь тут еду. Да, вот сюда подпиди-ка. Я готов. Жду приказа. Опять за работу. Вали. Лес. Мы будем драться за Лордерон! К оружию! Мужики, к оружию. Свет благословляет меня. Чего? Я жду приказа. Опа. Зашибись. Чего? Хорошо. Туда не будет наступать. По-моему. Правосудие свершится. Приказывайте. До указаний. Сержант, пойдешь со мной. Сержант, пойдешь со мной. Так, тут у нас 4 дело бойца. Сделано. Да, ваша светлость. Так. Ой, нет, нет. Дело сделано. Опять за работу. Быстро ты, однако, стоишь, парень. Чем могу помочь? Жду приступаю. Приказа. Два стрелка сделаем. Дело сделано. Недостаточно золота. Принц Артас, армия нежити на подходе. Держать строй. Мы воины света. Мы не должны отступать. Кто вас там? За честь и отвагу. Ни хрена не мало, блин, ребята. Правосудие настигло тебя. Конечно. Да, ваше высочество. Нужно больше ферм.
Улучшение завершено. Опять за работу. Хорошо. Дело сделано. Улучшение завершено. Так. Чего? Ну я пошел. Где враг? Дерево побольше. А, дерево добывается, это хорошо. Где? Кто-нибудь ранен? Куда стрелять? Надо два сделать. Дело у нас сделано. Мы полчаса обороняться будем. Ёпусь. Да, ваша светлость. Дело сделано. Улучшение да? Завершено. Улучшение завершено. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. К бою готов? Где враг? Хороший план. Да, ваша светлость. Чего? Улучшение хорошо. Завершено. Так. Исследование завершено. Обязательно. Я помогу. За честь и отвагу. Дело сделано. Дело сделано. Быстро же ты строишь, парень. Опять за работу. Ну я пошел. Угу. Что у нас тут, лавка? Правосудие свершится. Улучшение завершено. Подай-ка вот это зелье. Хороший план. Разумеется. Приказывайте. Ой, нет. Жду указаний. Слушаю. Наши войска атакованы. С кем, блин? Я служу свету. Дело сделано. Да? Чего? Мастерскую построить. Исследование завершено. Тоже лучшее. Дело сделано. Да, ваша светлость. Улучшение завершено. Ну я пошел. Свет благословляет меня. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. И золотой рудник. Правосудие свершится. Так не говорите, что они тут тоже будут наступать. Исследование завершено. Нет, стоп. Да? Хорошо. Улучшение завершено. Дело сделано. Вот так-то. Сейчас мы добавим тяжелую артиллерию. Да? Угу. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Опять за работу. Хотел бы я сказать, но у нас нет такой чаще суд. Так. Где враг? Дело хороший сделано. Хороший план. За честь и отвагу. Дело сделано. Да, ваша светлость. Ну я пошел. Чего? Угу. Свет благословляет меня. Сделали. Блин, дохера стоит. Дело сделано. Недостаточно золота. Опять за работу. В смысле? Улучшение завершено. Дело сделано. Улучшение завершено.
Хорошо. У вас пятеро там бегает, да? Чего? Ну я пошел. Улучшение завершено. Да? Слушай. Принц Артас, мы обнаружили большой караван нежити с грузом зараженного зерна. Зашибись. Нужно остановить его, пока он не добрался до других поселений. Я надеюсь, что это добежит, блин. Нет, не добежит. Давай. Ступаном, давай. Всего два раза ударить. Всего два раза ударить смог, блин. Жалко, парни. На самом деле нет, ну ладно. Исследование завершено. Да, ваше высочество. Сейчас пойдем, значит, убивать караван. Улучшение завершено. Так. Построил, нет? Нет, еще. Сейчас везде все дерево вырубит, ребята. Да, ваш свет. Дело сделано. Опять за работу. Хорошо. Обычный стрелок? А нет, я думал, будет обычный стрелок, например, необычный шубы. О. Опа. Одно ваше слово. Так, ребята. Я служу свету. Сержант. Одно ваше слово. Где враг? Сержант, у меня есть приказ от тебя. Хороший план. Я исцелю эти земли. Бою готов? Улучшение завершено. Слушай. Они уже мастера. Хорошо. Отлично. Опять за работу. Недостаточно золота. Ну я пошел. Я служу свету. Конечно. Разумеется. Конечно. К бою чего? Готов? Да? Угу. Я помогу. За честь и отвагу. Бежим, 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 бежим. Хороший план. Да, ваша светлость. Слушаюсь, милорд. Правосудие свершится. Бежим дальше. Разумеется. Хороший план. Разумеется. О, источник. Это что за хуй? Опасть. Там бау, блин. Свет благословляет меня. А он смотри, как двигается по карте, смотри, натуре. О, конечно. Прикольно. А, ребята. Быстрее, быстрее! Если мы потеряем груз, повелитель сдерет с нас шкуру. Я сейчас сам свою шкуру сделаю, вы знаете об этом, нет? Конечно. Сражаемся, ребята. Не жалейте сил. Разумеется. Охуеканиты! Молюсь свету, чтобы зараженное зерно больше не попало ни в одно поселение. Охуй скоты! Свет благословляет меня. Разумеется. Нет, мы пока... Хороший план. Да вон, огры наверху есть. Конечно. Мы с огнем повоюем сейчас. Что же базу строй? Оборону строй там получается. С холмов спустились огры. Похоже, они ищут драки. Сейчас мы им покажем, наверное. Или они нам, блин, здоровья, конечно, проблемы сидит. Хороший план. За честь и отвагу. Волну хорошую пускай. Недостаточно места. Наши войска атакованы. Опа, уже какой-то понял, это уже пошел. Целили. Да?
Хорошо. Правосудие свершится. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Ну, ладно. Разумеется. Конечно. Кто-нибудь ранен? Дело сделано. Опять за работу. Строим башни. Улучшение завершено. Дело сделано. Стоп. Да, ваша светлость. Ну я пошел. Я исцелю эти земли. Дело сделано. Опять за работу. Слушаюсь, милорд. На что жалуетесь? Да, ваше высочество. Ох, знаешь, блин, давай. На кредит, на страну и так далее, блин. Да, хрена на что, поверь мне. Кто-нибудь ранен? Дело сделано. Да? Дело сделано. 15 минут осталось удерживаться. На нашу базу напали. Дело сделано. Исследовать. Исследование проблема. Завершено. Это уже серьезно. Конечно. За честь и отвагу. Извиняюсь. У меня же телефон же, экран же разбил я. На ремонте был. И пока он на ремонте был, я пользовался этим. Ну, старую плюшку купил себе какую-то там за 500 рублей. И это... Как его? Улучшение завершено. Я служу свету. На, скотина. И сейчас получается телефон месяца не починили наш, как наша страна обычно делается. Типа, там дисплей пришел бракованный. Плюшку я, получается, забрал. Я помогу. Ай-яй, получается, телефон свой я сам забрал. Он сказал, детали там придут в среду и так далее. Я типа починю. Ладно, я говорю, я подожду тихо. Опа. Улучшение завершено. Тут бомбежка, смотри. Я говорю, ладно, подожду тихо. Главное, чтобы починили. Он, ладно, позвоните. Улучшение завершено. Сделано. Плюшка разрядилась, я ее на зарядку поставил. Недостаточно золота. Времени установил, блин, нормально. И вот сейчас будильник сработал. Извиняюсь. Хорошо. Свет благословляет меня. Да ладно. Правосудие свершится. Да? Обижайный хреново, блин, скажу вам. Улучшение завершено. Сколько там? 7,5. 13 минут должно хватить, по сути. Где враг? Я готов. Опять за работу. Улучшение завершено. Угу, хорошо. Сидите, лес. Лес, кстати, в таком месте добывать, походу, дело. Я готов. Чего? Опять за работу. Я помогу. За честь и отвагу. Конечно. Я готов. Приказывайте. Улучшение завершено. Чего? Так. Да, ваша светлость. Хорошо. Угу. Ну я так, пошел. Сделаем. Дело сделано. Так, один. Да? Иди сюда. Опа. Вперед, ребята!
Деревянные щиты, опа. Да? Хоть на полотенце стали похожи, раньше на бойцов-то были не похожи. Чего? Да, на нашу базу напали! Слушаюсь, милорд, здесь нельзя строить. Чего? Да, ваша светлость. Блин. Улучшение завершено. Так. 15 минут, да? Ну, сидим, ждем-то. Дело сделано. Чего? Наши войска атакованы! Где враг? Это механизм. Садюк, строишь. Чем могу помочь? Правосудие свершится. Скоро 6 уровень будет. Слушай. Отправим наверх. Дело сделано. Волшебницу хочу посмотреть. Что? Опять за работу. Улучшение завершено. Нет, осталось 10 минут. Мне нет? Подвластна магия. Чем я могу помочь? Ну-ка, пузайками это касается. Опа, какая цыпа. Давно пора. Дело сделано. Неплохая мысль. Да-то нет. Да? Хорошо. Опа, вижу. Вижу извращенцев, блин. Погоня. Мы они тоже первый уровень улучшили. Свет благословляет. А чуть-чуть урон не нападает, да? Level up. Жду указаний. Дело сделано. Опять за работу. Бывает золото. Исследование завершено. Сколько улучшение пацанов? Завершено. Сколько пацанов придется наверх отправить? Нифигеть, 10 урона. Что прикажешь? Овец. Овец. Получай. Бам. Овец. Бью без промаха. Овцы, овцы. Опа. Бам, 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 бам. По-моему, по своим лупит не меньше, блин, чем по врагам, да? Тоже улучшили, блин. На что жалуетесь? Улучшение завершено. Вскрытие показало, что больной спал. Конечно. Приказывайте. А тут все нормально. Здесь что такое? А, яичко лежит внутри. Я служу свету. Какой ты молодец. Я исцелю эти земли. Одно ваше слово. Да, сэр! На что жалуетесь? Все без войны. Где враг?
О, разумеется. У тебя 110 хп уже. Куда стрелять? У того вроде полторы было. Я исцелю эти земли. Кто-нибудь ранен? Что-то вы плохо исцеляете, я вам скажу, ребята. Тебе нужна моя помощь? Да не особо. Так. 7 минут. Они сейчас скоро попут, кстати. Сколько там? 81. Надо резерв сделать, пехоты. Как бы нас здесь не снесли. Жду приказа. Чего? Ваши войска атакованы. Как бы не снесли. Угу. Ну я пошел. Жду приказа. Хорошо. Надеюсь, что они снесут. Как мне хрен делать? Они сейчас ордой побегут. Мне, по-моему, здесь еще герой где-то должен быть. Дело сделано. Жду приказа. Пять рыцарей. Я думаю, нам хватит. В чем проблема? Как всегда, эльфам приходится всех спасать. Свет благословляет. Ну, блин, чё, а чё не спасаете? Хороший план. Чё мы за вас всё решаем, а? Жду приказа. Тоже будет низкий расход. Да, ваше высочество. Где высокие расходы? Посмотри, бегут. Что за это тупая нежить? Вот этот кинули на него ускорение, типа. Улучшение завершено. Дело сделано. Мы же с вами караван уничтожили, который... О, блин, почему я зеваю? Этот, который сюда шел же. Если ты его не уничтожишь, они вот здесь еще одну базу, да, третью построят, и там будет вообще жопа. Они просто вот здесь сметут все. Там оранжевые вроде. Улучшение завершено. Дело сделано. Да? Угу. Стыдовое золото. Да, ваше высочество. Да-да, конечно. Как в фильме да, такие же доспехи были у них. У людей. Ну, ждем сюрприза. Улучшение завершено. Три рабочих? Чего? Опа, дровосеки, ребята, ну чё вы? Он лес со сколько? Улучшение завершено. Леса у нас до хрена, делайте, что хотите. Блин, тоже по второго. На нашу базу напали. Где? Ополченцы защищают наши дома. Опять за работу. Остается раз. Да? Полченцы хоть на полченцев стали похожи, я говорю, раньше вообще топориком в руки дают, и он начинает быстро бегать. Да, ваш светлость. Какой-то Илья Муровец, русские богатыри такие. Да? Опять заработал. Ты же сам больной на это. Да, ваш светлость. Настроить чисто бух, а вот он побежал. Вот это, мешок на плече. И этот,
мешок на плече, кирку в руки и пошел им работать. Вот это я понимаю. Настоящий мужик. А это вот дровосек. Сразу видно, он охотник. Он сейчас подбежит так вот просто. Ну вот, теперь меня убьют. Да блин, убить ты-то овцу, блин. Ёпрст, ты не охотник, да. Слушаюсь, милорд. Нет, ты не охотник, парень. Тебе не быть охотником. Если твоя семья умрет с голоду. Кого-то убили у нас? Или нет? Или я что-то путаю? Чем могу помочь? Что-то странненько. Что-то наказалось нас. Ну ладно. Я служу свету. Осталось 2 минуты. Сейчас попут. Приказывайте. Выдержит ли вот здесь форпост, да, у нас? Смотрим. Минута. Одно ваше слово. Я помогу. Дай мне цель! Правосудие свершится. Опять за работу. В лес валить идите. Где вот здесь убили его, потому что он выскочил. Рудник почти истощен. Да ладно, осталось меньше минуты. Обратный отчет пошел. Я помогу. Чувак, да, побежишь, нет? Мы готовы. Исследование завершено. Да, побежали. Капитан. Нам нашу базу напали. Правосудие свершится. Это невозможно. Вот и лич. Им нет числа. Вот и лич. Базу сержант! Опа, нифига. О, прикольно. Сержант, держитесь. Убить его героя. Убил героя напоследок, красава. Сержант! Разумеется. Вы со мной бок о бок сражаться обязаны. Скотина, о, черт. Сержант, ты обязан выжить. Честь и отвагу. Опа, мы воюем как, а? Свет, дай мне силы. Где сержант? Опа. Ой, Утор пришел. Утор, ты даже не представляешь, как вовремя ты прибыл. Рано праздновать победу, сынок. Битва еще не закончена. Вот именно. Я удивлен, что тебе удалось сдерживать натиск нежити так долго, мой мальчик. Если бы я опоздал... Знаешь, Утор, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион рыцарей. Сейчас не время для споров. Это только начало. Ряды армии мертвецов пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших солдат. Значит, мы должны сразить их повелителя. Если понадобится, я сам отправлюсь в Стратхольм и убью Малганиса. Успокойся. Тише, мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Утор. Я ухожу. С тобой или без тебя. Эх, Артас, Артас. Сколько же ты проблем своей стране принесешь, а? 187 человек убили. Ну что ж, давайте на этом серию завершать. Вот такая у нас была оборона. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока. Увидимся.